Сухим не остался никто. В юбилейный 10-й раз вокруг театрального фонтана развернулись военные баталии. Водная битва – ежегодный флешмоб, где любой желающий может освежиться и окатить водой из фонтана всех, кто попадется под руку. Оружие – водные пистолеты и бутылки. Обошлось без реальных жертв. За безопасностью следили полицейские и медики. Правила флешмоба таковы, что в фонтан залезать нельзя. С собой тазики, ведра, бутылки объемом больше 2,5 литров брать нельзя. Ронять друг друга в фонтан, потому что это опасно для жизни, для здоровья, тоже нельзя. Все остальное практически можно. В этом году на площади Пушкина собралось около 200 человек, в прошлом для сравнения в 2-3 раза больше. Средний возраст бойцов 10-15 лет. Были и совсем маленькие, кого поплескаться привели родители. Мы пришли вдвоем с подружкой, с тремя детьми на двоих. Вот. Нам рассказали об этом мероприятии наши друзья, которые были в прошлом году и в позапрошлом. И мы решили присоединиться, потому что это очень интересно. Замечательно. Дети счастливы. Жаль, что нет раздевалок, а то родители с удовольствием бы тоже поучаствовали. Несмотря на весьма жаркую погоду, на солнце было за 30, тротуарная плитка высыхать не успевала. Несколько раз по команде организаторов ребята выстраивались стенка на стенку. Парни против девушек, блондины против брюнетов, рок против рэпа. Раз, два, три, вперед! Судя по насквозь мокрым футболкам и шортам, праздник удался на славу. Эмоции вообще... за гранью, я не знаю, как это объяснить. Вообще организаторы молодцы, что проводят такие мероприятия раз в год, летом. Сегодня вообще жара очень такая большая, ну, позитивно очень. Мы пришли первый раз сюда. Очень весело, позитивно. Интересно. Все тут друг друга обливают. Да, смешно. Ничего, высохнем. Очень отличный праздник, все веселятся. Как видите, все просто обливаются, все впечатления очень отличные, все промокли до ужаса. Да, мне очень нравятся позитивные эмоции, просто зашкаливают. Хорошо, что придумали такой праздник. Просто превосходно. Пройти по площади незамеченным, а главное сухим, было невозможно. Больше часа территорию фонтана контролировала армия беспощадных водометов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.